Приветище! Это симулятор Гуся, и мы продолжаем бесить людей. А еще в этой серии прекраснейшего этого дня мы будем делать, знаешь что? Вот что, украсть красивый миниатюрный золотой колокольчик. Без него просто никак. Этот миниатюрный колокольчик находится где-то в этой миниатюрной деревеньке. Мы сейчас с тобой пошастаем здесь. О, бабушка какая миленькая. Бабуль, можете забрать? Конечно, можно. Бабушка впереди, я за ней. Два веселых гуся. Ну, правда, я один. Ой, полицейского случайно уронили. Ничего страшненького. Мы крадемся, прикроемся бабулькой. Бабулька, постой в углу. Ты наказана за то, что сбила полицейского. Подумай насчет этого. Думаю, что дальше я справлюсь без тебя. Ты слишком стара для этого дела. В плане украсть колокольчик. Зачем нам старики? Я так понял, что эта деревенька миниатюрная. Это наш лабиринт, который мы должны пройти. Все спокойно, душа. Ух ты, нифига, смотри, там какие интересные дамы. А, вон он, где колокольчик. А чё так высоко-то его закинули? Я же его не достану. О, смотри. Ой, кусочек здания оторвал. Хо-хо-хо, я сейчас разломаю это здание. Оно рухнет, и я достану колокольчик. Чё-то здание не упало. Походу, нам нужно еще с этой стороны подолбить. Как хорошо, что тут нет охранника. Надеюсь, что за мной не выехали полицаи еще. Ага, нужно потянуть теперь за эту штуку. Оп-оп-оп-оп-оп. Нифига себе, я мощный. Вот это да. Супергеройский гусь. Давай. Еще чуть-чуть. И... главное на башку, чтобы мне это не упало. Ой-ой-ой, бежим. О, вот и колокольчик. Не то взял. Сейчас, подожди. Колокольчик у меня в руках. Но вот эта вот музыка меня что-то напрягает. Новый пункт в списке дел. Я могу крякать и звонить одновременно. А это означает, что я могу бесить людей в два раза больше. Что у нас там дальше по списку дел? И вернуть его домой. Кого его? Колокольчик, что ли? А где его дом? Может, к себе домой? В мое логово? Да у меня ж логово даже не было. Я появился в кустах. Да уж, ну и задание. И вернуть его домой. А дальше сам додумывай, куда, чего. Мне всегда задания давались в той локации, где я нахожусь. Соответственно, задание далось здесь. Поэтому дом логично, что где-то тут. Где дом колокольчика? Он еще и звенит, когда я резко поворачиваюсь. В общем, я принял решение, что мы валим с деревни. Спокойно. Главное, чтобы нас не запалил полицай. Не важно, что это кукла, оттачивать мастерство еще никто не отменял. На самом деле, все бы ничего. Меня даже этот бесячий звонящий колокольчик не так напрягает, как музыка на фоне. Она прям накал страстей держит. Нервничать меня заставляет. Хотя, не-не-не-не, подожди, давай-ка вернемся. Я, кажется, кое-что понял. Ну точно, ты посмотри. Это же копия нашей деревни. Вот здесь вот я появился, в этом пруду вышел. Тут вот фермер был. Да, я у него потусил. Потом дальше пошел. Тут вот рынок небольшой был. Вон красная телефонная будка, в которую я мальца запирал. А, погоди. Так это не полицейский, это почтальон. Удивился, как будто мне что-то это дало. На самом деле, мне это ничего не дало. Едем дальше. Здесь у нас были соседи. Вредные соседи. А это у нас паб. Ох, и весело мы там время провели. А это у нас миниатюра в миниатюре. Я сейчас нахожусь в миниатюрной деревеньке и смотрю на миниатюрную деревеньку. А тут мы стыбзили колокольчик. В общем, получается, что дом колокольчика находится здесь, на этом месте. Нас карта привела именно сюда. В общем, вся эта миниатюрная деревня — это огромная карта. Я въехал. Все, пошли искать дом колокольчика. Перья меня в уши, я когда бегу, колокольчик трясется и звенит. Не, я так долго не смогу бегать. Снова через паб весь идти. Только проблема в том, что у меня теперь есть колокольчик. И если вдруг что-то не так, я зазвоню. Ну, не сам я зазвоню, а колокольчик. Короче, надо быть очень аккуратным. Главное не привлекать внимания. И быть очень тихим. Потому что за мной могут приехать гуси-полицаи. Смотри, они колокольчик видят. Ёк-макарёк, подождите спокойненько. Спокуха, меня уже нету. Блин, они все за мной охотятся. Гусь против людей-мозгоедов. Ну, в данном случае, видимо, их мозгов выступает колокольчик. И все за ним охотятся. Как-нибудь нам прокраса... Ой-ой-ой, запалили. Чё ж ты такой внимательный-то? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Он поднялся, а у нас есть шанс. Убегаем вот сюда. Хо-хо-хо-хо-хо. Обдурили дурака. Он выбежал. Черт возьми, их двое теперь. Они охотятся за мной. Боже мой, они меня съедят. Колокол, верни на базу. Слышь, он тебе вообще не подходит.
И куда ты его потащишь? Хоп-гоп, стоп! Хо-хо-хо, бежим, бежим. Да что ж такое, эта долбаная тетка? Отдай, женщина! Это мой колокольчик. Да капец, вы надоедливы какие, а? Чё я вам сделал? Я просто хочу убежать. И свистнуть колокольчик. Это все равно не ваш колокольчик. Я ж не в пабе его украл, а с миниатюрной деревеньки. О, колодец, здорово. Вроде как тут безопасно. Люди сюда не заходят. Смотри, снова тут монеточка. Кстати, колодец закрыли. Вот дела. Ну ладно. Пойдем вот сюда, посмотрим, куда эта дорожка ведет. Нет, здесь замок. Кругом замки. Ищем обходные пути тогда. О, а это что такое? Это куда? А, это мы к женщине, которая рисует картины, пришли. Спокойненько проходим. Бежим! Нас запалили! Скорей, 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 скорей. Опачки! Ага, ага, к соседям-то не пробраться. Никак. Блин, тут вот эта дверь закрыта. Нам бы как-нибудь открыть. Женщина, свалите, пожалуйста, отсюда, свалите. А, руки как тянет, вытащила с моего клюва этот колокольчик. Ладно. Все хотят мой колокольчик отжать, а? Он всем так нравится. А зачем ты его сюда положил? Зачем? Ему вообще тут не место, ты понимаешь? Вот, отличный момент настал. Бежим, бежим, бежим. Должны перепрыгнуть. Должны успеть. Ай, стол-то, короче, уже починили. Давай-ка я сам сюда положу. Вот, ему тут и место. Все, пускай он там и лежит. Зачем ты его взяла? Господи, непонятная женщина. Значит, разваливаем этот стол. Опа. Отлично. Женщина, у тебя тут кое-что сперли, если ты не видела. Хватаем колокол. Пока она там отвлекается на стол и ищет, где же ее выдвижной ящичек, мы прокрадываемся. Она на чайник переключилась. Спалили! Спринтуем! Ноги в крылья, крылья в ноги и бежим! Я как пожарная машина, блин, с колокольчиком. Фух, перебрались. А тут же еще мужичок где-то бегает. А вон, собственно, и он, но он далеко. Он все-таки забор заколотил. Чтоб его! Я ему говорил, заколоти забор, заколоти, и вот он заколотил. Как ты не вовремя починил? Думаем, думаем, думаем план обхода. Снизу была дверка, может быть, она открыта. Опа, запалили, черт. И куда ты колокол потащишь? Куда ты его поставишь? Нет, он его перекинул обратно. Что ты натворил? Руки тебе твои проказные отрубить надо. О, а вот, кстати, и выход, смотри. Значит, мы делаем вот так. Рэмбо гусь в деле. Прорываемся, хватаем колокол. Спасение колокола, миссия называется, если что. Звеним, пердим и выбегаем. Все, наконец-то мы покидаем этих соседей. Аллилуйя. Следующая остановочка — это рынок. Так, все, хорош, хорош, надо остановиться, потому что у меня уже от этого звона в голове трещит. К тому же мы уже на месте. Мы на рынке. Гараж открыт. Женщина бродит. Кто хочет отжать у меня колокольчик? Всех нафиг заклюю. Не смей, женщина, не смей! Коричневый твой нос. Ладно, ладно, я тебе припомню. О, да тут две бабули, нифига себе. Слышь, бабка, ты не клади колокольчик рядом со своим барахлом. Ну что ж такое-то, наположил его там. Он не продается, он бесценен, ты понимаешь? По-моему, ей вообще по барабану. Тогда я свистну его еще раз. Че, гуся с колокольчиком, что ли, не видел никогда? Па-па-па-па-па. Пацана, надеюсь, здесь нету? Черт, как близко, еще и пацан. Но пацан-то меня шугается. Колокол вернул быстро. Гоп-стоп. Я повернулась за угла, мочу на всех парах. Я еще крякать буду по пути. Здесь проход есть? Есть. Заходим. Ай, потерял перед... Отдай колокольчик. Прелесть моя. Я как голум из «Властелина колец». Как это ты сюда зайти? А, нет, она не может зайти. Спасибо за сопровождение, но дальше я сам. Она ушла. Мы выходим. Я думаю, что нам надо вот сюда пойти. Я надеюсь на это. Мы же здесь еще не ходили, вроде бы как. А, здесь замок. А, все понятно. Это мы с другой стороны очутились. Если не ошибаюсь, на той стороне колодец. Дедуля. Дедушка. Фермер.
Тебя здесь, надеюсь, нету? Ты куда-нибудь свалил? А, вон он, прямо на выходе, смотри. Караулит. А, тут где-то лазейка, по-моему, была, если я не ошибаюсь. Где-то она здесь была, если он не заделал. Вон она, вся закрыта лазейка. Сейчас мы там спокойненько пролезем. Колокольчик кладу. Ой, черт возьми. Долбаные тыквы. Сейчас расчистим проходик, и все будет хорошо. И выйдем отсюда. Че нам этот фермер вообще? Встал там такой грозный. Думает, что никого не пропустит. Да, конечно. И все, и вылазим тут спокойненько. Вот так вот. Все, мы пробрались. Теперь нужно немножечко поплавать. Возвращаемся в самое начало, откуда мы вылезли. О, наконец-то музыка поутихла. Аллилуйя, спокойствие и тишина. Ох, мои родненькие края. Звоночек на велосипедном руле. Такой же золотой, как у меня. Тут пролезем? Пролезем. Ну что, все, я вроде бы все притащил. Это же мой дом. Типа. Или нет? Осталось только понять, куда его скинуть. А, вот куда его скинуть надо было. Точно! Я же в самом начале смотрел на эти колокольчики. Ну вот и кидаем. И вернуть его домой. Пожалуйста. Что дальше делаем? Какой план? Видеоигра от... А, так это финал! Вот это дела. Мы прошли с тобой игру. Эх, ну что ж. Если тебе понравилась эта игруха, то не забывай ставить лайк, подписываться на канал. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.